Почему у вас не получаются такие же губки, как у доктора Горуновой? Доктора Горунову знает уже весь мир инъекционной косметологии, и всем известны эти шикарные губы, которые реально такие и есть, да? Если у других косметологов такого результата можно добиться при помощи фотошопа или программ специальных для видео улучшения, то доктор Горунова реально своими руками делает вот такие губы. Для того, чтобы узнать секрет, а я до последнего не верила, что это правда, я думала, блин, какой программой она пользуется. И мы с коллегами к ней отправились на обучение в Махачкалу. Там мы провели пару дней и обучались. Один день обучения у доктора Горуновой стоит 100-150 тысяч рублей на одного человека. Нас было трое. И вот все мы по одной модели в течение там, дня тренировались. Что я вам скажу? Большое почтение и уважение этому доктору. Пусть она будет доктором. Да, хотя доктор Горунова не имеет медицинского образования, но давным-давно всем на это все равно. Да, потому что ее профессионализму просто нет предела. Никто в мире не сравнится с ее качеством работы. Все вы видели, как губки, да, приподнимаются, и какие они с четкими контурами, прям вот мега. Тысячи косметологов по всему миру пытаются это повторить, но не получается. Не получается. В чем вопрос? Где секрет? Наверное, это курсы плохие, которые мы купили, да? И вот в последние разы, буквально недавно, в общей переписке в нашем чате был ко мне такой вопрос. Да, мы у вас взяли курс техника доктора Горуновой, а губы у нас такие не получаются. Что в вашем курсе не так? Конечно же, наш курс во всем виноват. Что я вам скажу? Когда мы съездили, мы всю эту информацию, естественно, там на видео все это записывать нельзя, мы всю эту информацию просто втроем впитали в себя, и сразу же, вот буквально вот сразу после этого обучения, мы все в этом курсе, который у меня сейчас на продаже есть, техника Горуновой, мы все вложили в этот курс, прям до мельчайших деталей. Вот все, как есть теория, все, как есть практика, все просто до миллиметров. Точно-точно выложили, и получился у нас такой курс. И покупают женщины этот курс. Кто-то ездит к доктору Горуновой, как оказалось из чата, не один раз. Соответственно, если человек обучился у доктора Горуновой, поехал практиковаться, у него там не получается, он возвращается еще раз и еще раз, и не получается, но не выходят такие губы. В чем вопрос? Итак, я могу назвать три причины, почему у вас это не выходит. Первое, самая такая очевидная причина, да, то, что доктор Горунова, у нее есть, помимо качественной работы, да, она реально своими руками целый час делает губы, и они у нее такие реально получаются. Вот я своими глазами видела, да, это не фотошоп, это не программа, вот просто реально человек, мега-профессионал в этом деле. И вот качество, во-первых, выполненной работы, да, она реально вот по миллиметру. Вы представляете, насколько человек предан делу, да? Я вижу, насколько она вкладывает свое здоровье, как у нее там, извиняюсь, чуть ли не глаз дергается, чуть ли не рука уже трясется, да, ноги уже там, ну, потому что стоя нужно делать процедуру. И сколько здоровья свой человек, вот она вложила в каждого человека. Так вот, помимо того, что это качественно выполненная работа, это качественно проведенная съемка. То есть в моем курсе техника Горуновой мы тщательно рассказываем, каким образом она снимает свои работы, и там очень много фишек, очень много секретиков. Вот. И просто так обычные косметологи так не делают. Ну и у них и не такие фотографии и видео получаются, да? То есть еще и качественная съемка должна быть. Там всякие фишки есть, тонкие детали, да? Я их тоже сейчас раскрывать не буду, об этом есть у меня другие видео.
Второе. Поток. Вот представьте, что у нее 10 клиентов в день, например, да? Там, ну ладно, 10 я загнула, 7. А у ее учениц, кто с ней работает, коллеги, да? И вот ее центр, у нее свой центр в Махачкале, так называется клиника доктора Горуновой, напротив прокуратуры ее знакомых находится, поэтому у нее там все прекрасно. Вот. И очень много, большой поток клиентов. Естественно, что там из 10-20 клиентов в день, у кого получаются такие губы красивые, да, их фотографируют, снимают, выкладывают. Я к тому, что у вас, допустим, вы будете стараться, и у вас такие губы получатся там с 30-й попытки, да? То есть вы целый месяц будете ждать ту самую девочку, на которой они так получатся. А у нее таких вот в день приходит. И, естественно, контент всегда свежий, всегда есть новые лица, и всегда получается, да? То есть есть из чего выбрать. Из тех же самых 30, но в день выбирают одну-две, которые прям вау-эффект выкладывают. И третье, самый главный секрет, то, что исходник – это прекрасные девушки-дагестанки, у которых и так своя форма подходит под такие техники. На наших славянских внешностях такое бывает нереально сделать. Поэтому исходник, он очень важен. Поэтому у вас, дорогие девочки, в других континентах, хотел сказать, в других частях там, России, да, ближнего зарубежья, не получаются такие губы, потому что у вас исходники не те. Но невозможно сделать на моих, например, губах, да, такие губы, как доктор Горунова делает. Невозможно, просто физически. Да. А есть губы, которые предрасположены к этому, у которых, допустим, ткань губ легко формируется, легко тянется, то есть она такая подрыхленькая слегка, из нее легко филлер в нее таким вот образом положить аккуратненько, ничего не разминать, и прям окей получится. Да, у кого изначально широкие губы, большой объем для работы, у кого там они специально. То есть почему не получается у многих наших дорогих учеников? Потому что у вас исходники не те, невозможно, применяя все секреты доктора Горуновой, сделать на вот этом исходнике то, что вы хотите. Вот в этом и все секретики. Но изучать технику, конечно, нужно. Она топовая, она самая мега-мега. Вот. И знать ее обязательно нужно. И когда к вам в конце концов придет девушка с такой внешностью, на которой получатся эти кубы, обязательно их сделать, обязательно у вас все получится точно так же и даже лучше. А потом снимите это на видео, но снимите именно как снимает доктор Горунова, чтобы прям вау-вау эффект повторить. Я верю, что у вас все будет хорошо.